миллион, сколько можно купить машин и квартир? М? Согласился бы ты, чтобы тебе отрезали ногу? Ну, хотя бы руку. Нет, конечно, возмутился юноша. А глаз? За 10 миллионов не согласился бы, воскликнул он. Вот видишь, ты имеешь то, что не купишь за 10 миллионов. А ты жалуешься на свою бедность и невезучесть. Научись пользоваться тем богатством, которое у тебя есть, правильно. Аминь. Thank you.
вспыльчивый, кто-то нерасторопный, кто-то нервничает много и раздражается, кто-то обрезается, кто-то в классе себя плохо ведет. Это все мы знаем, что это недостатки. И, значит, кто-то маму с папой недостаточно слушает, мама с папой хотят большего. Кто-то учится не очень хорошо, а Бог хотел бы лучше. И вот для них есть Иисус Христос. Он сказал, что я вас отпущу, потому что вы измучились, я вас отпущу на свободу. Проповедовать лето Господне благоприятное. А вот лето Господне благоприятное – это что? Небо. Да, он пришел проповедовать, что наступит вечное лето, вечная весна. И что мы там будем жить без греха, не будем ни мучиться, ни страдать. Грехов у нас никаких не будет, мы будем жить. Только советы дает мама или папа, и к ним надо прислушиваться, правильно? Правильно. Но царь остался без советника. И тут он вспомнил за Мардохея, который был очень послушен и очень помогал царю. И Исфирь говорит, у меня есть брат, который может быть советником. Дядя. Ну, брат. В Библии в родственнике написано, что он брат. Он дядя. В Библии написано теоретически, что он дядя. Сестра. Для детей это так важно. Папа пришел, у нас такие дебаты. И царь позвал Мардохея, одел ему свою печать, и теперь все, что посоветует Мардохей, он мог запечатывать. Должности, выполняете сложные, не под силу нам, женщинам, работы. Но сейчас хотелось бы поговорить о самой важной вашей роли. Это роль отца.
Папа может сделать и не так. Мы папе подскажем сделать как. Папа сел на стульчик, все мне объяснил, а потом мне книжку подарил. Дорогие наши герои, наш сильный пол 4-й общины. Сейчас вы увидите на экране и, возможно, узнаете себя. Так вот, у нас есть к вам большая просьба. Пожалуйста, когда вы увидите и узнаете себя, выходите, пожалуйста, на сцену. Мы будем вас здесь ожидать. Не в красоте, не в джинсах, не в словах, а в понимании того, что есть на свете. Его семья, и он за всех в ответе. Тебя люблю я, как мне жаль тебя, как я рад, когда вдвоем мы с тобой гулять идем. Учил, как Библию читать, как Богу доверять. Такого папочку, как мой, я всем хочу желать. Ты прекрасней всех цветочков. Дочка папа обнимает и с улыбкой отвечает. Ну а ты как баб-баб, ты прекраснейший из пап. Мой папуля дорогой, с мамой мы горды тобой. Для меня и нашей мамы ты на свете самый-самый. Выше ты всех лучших пап, потому и баб-баб. Я ночью тихонько с кроватки слезаю и к папе тихонько в постель заползаю. Тихо-петихо лежу, словно мышка, и так
засыпаю у папы под мышкой. А утром он только откроет глаза и скажет мне весело, ну чудеса. Откуда ты взялась? Вот у тебя, да я же всегда с тобой рядышком была. И покой дарит добрый сладкий сон, он в семью свою влюблен. Я люблю тебя, папа, очень сильно люблю. А за что? Я, пожалуй, сказать не могу. И за то, что веселый, и за то, что родной, и за то, что похожи во многом с тобой. И за то, что умеешь все простить и понять. И за то, что не любишь слов на ветер бросать. И за то, что открытый, и за то, что простой. И за то, что уютный и надежный с тобой. Что не хочешь покоя, что душа молода. Я люблю тебя, папа, и тобой горда. И, наверное, не стоит объяснять, почему. Я люблю тебя, просто очень люблю. Папа, если хочет, песня может спеть. Если холодно, теплом своим согреть. Папа может сказку почитать. Мне без папы трудно засыпать. Наверное, знаю. А как же иначе? А как же иначе? Мы дружим, а это многое значит. Мы с папой давно мужики, а не дети. Могу я за папу отдать все на свете? Ему то же самое сделать не слабо. А как же иначе? На то он и папа. Папа мой надежный, верный семьянин, и на этом свете у меня один. Уважаю папу, что еще сказать? Мне нигде такого больше не сыскать. Я его и заказ извините его. Золотой мой папка, я люблю его. Thank you.
когда грустит, когда что-то мастерит, когда читает и молчит, если накричит. Я не заплачу, я терплю, я все равно его люблю. Давай спать. Воскресенье вместе с папой
Дорогие мужчины, те, кто остался сидеть на своих местах, мы также просим подняться и присоединиться к тем, кто на сцене. Все мужчины, пожалуйста, мы ждем вас здесь. Посмотрите на них, на наших богатырей, наших рыцарей, наших героев, защитников, на нашу опору, поддержку. Вы любите их? Да. Цените их? Да. Берегите их и дальше. Давайте им поаплодируем за то, что они у нас есть. Спасибо Богу за них. За каждого из них мы благодарим Бога нашего, нашего Небесного Отца. Спасибо вам за то, что вы у нас есть. Дорогие мужчины, от имени всех жен хочется сказать вам спасибо. Спасибо за то, что Бог вас подарил в нашу жизнь, за то, что вы очень много делаете для своих семей, за то, что вы наша опора, наша поддержка, и за то, что вы ведете нас к Богу. Спасибо за это. Я хочу сказать от имени всех мам спасибо нашим сыновьям за то, что, несмотря на всю вашу занятость, на вашу учебу, работу, подработки, всякие общения в соцсетях, вы находите чуть-чуть времени для нас. Иногда нам помогаете, иногда помогаете разобраться в нашем телефоне, где мы запутываемся. Что-то помогаете по хозяйству, тоже иногда хотелось бы больше, конечно, но все равно спасибо за то, что вы есть у нас. Мы вас очень любим. И мы очень нуждаемся в вашей также любви. Спасибо вам. От имени всех бабушек говорю, хочется сказать спасибо Богу за наших дорогих внуков. Спасибо вам за то, что вы у нас есть, за радость общения с вами, за положительные эмоции, за минуты счастья, которые вы привносите в нашу жизнь. Спасибо вам! Мы очень вас любим и всегда рады встрече с вами. Дорогие наши мужчины, в знак своего уважения и любви к вам, мы хотим сейчас вручить вам медаль за труд в семье и церкви, а также наши сестрички, дорогие, уважаемые, любимые наши сестры, что бы вы без них делали. Они приготовили вам открытки, каждому на память. И сейчас будет звучать та торжественная музыка, или не будет, под которую мы вручим нашим рыцарям медаль. Медали у нас золотые.
сестры. Остались бы на пятом этаже, не пошли выше. На четвертом романтика не нужна в браке. Но наша героиня оказалась дочерью Евы. Ей было все интересно. И она пошла на шестой этаж. На шестом этаже она встречает табличку, которая написана. Не работает. На этом этаже вы посетительница номер 31 миллион 248 тысяч 412. На этом этаже нет мужчин. Этот этаж существует для того, чтобы показать, что женским запросам нет предела. Ну, для равноправия на этой же улице, но с противоположной стороны, находился магазин «Жо». На первом этаже была надпись «Красивые женщины». На втором этаже было написано «Красивые и любящие женщины». На третьем этаже, а на третьем этаже никто не знает, какие были надписи, потому что все оставались на втором и первом этаже. Вот такая притча, история, которая в схематической какой-то сфере показывает, насколько мы разные, насколько у нас разные запросы, видение, жизнь, насколько мы отличаемся от мужчин. Хотим их поставить в женщины. Если кто-то по желанию сердца, от души может что-то им сказать, пожалуйста. Счастья и здоровья. Спасибо, Дим. Стремись только вперед, желаю не оглядываться назад, а только двигаться вперед. Ну и желаю, Игорь уже вторую половинку приобрел, Пашке я ее желаю. Так что, Божий к вам благословит. Так, а теперь выспаться перед тем, как он не будет высыпаться. Нужно сейчас споем нашим хором, да? Русский, украинский, английский. Начали. С днем рождения вас! С днем рождения вас! С днем рождения поздравляем! С днем рождения вас! С днем народжения вас! С днем народжения вас! С днем народжения вітаем! С днем народжения вас! Happy birthday to you! Сказано, у вас есть семья, так что не забывайте.